Снимай вот здесь вот. Только не дай мне, чтобы бошку нервов. Тыкнулась по коробке. А ну попробуй одеть ей на морду ее. Коробку? Ты что шутишь? На. Осторожно, Игорь. Игорь, на тапы. Так мы гнезем как-то. Конечно, она гниет уже все. На. Если хочешь. А где это взяла все с нами? Я взяла перекись всю с нами. Держи, держи крепко. Держи крепко. Хоть есть, вон он, мать. Игорь, у меня в кармане. Так и что? Ты сначала должен увидеть, что у нее рот закрыт, а потом уже. Так, я голову могу. Главное, пришать. Главное, чтобы она не. Ну голову она не вырвет, точно тебе. Ты точно не убегала. Ты ей хоть просто зафиксируй пасть, а туловище не можно освободить. Вот так. Держишь? Пасть да. Зафиксирована. Где кусачка? Да, кошка ее нарфилеч называется. Да, да, да. Так. Мне понять надо. Пусто. Ты сделаешь его коротким вообще? Нет, я перекушу там, что надо. Не переживай. Игорь, блин. Да держи пасть. В смысле, не задохнулась, блин? Не, не задохнется. Блин, она не захватывает. Отпусти ниже эту хрень. Натяните. Вот эту. Угу. И что такое, блин? Да вот эту подними. А, ее держи поднятой. Поднятой держи ее. Это стопор, он просто расщелкивается. Паша. Так, один раз, еще раз, мне кажется, нет. Попробуй освободить. Подожди, нет. Ну где ж ты? Ой-ой-ой-ой-ой. Давай с этой стороны. Давай. А где? А, ты уже снимаешь малую. Да. Блин, больно ей будет, держи крепко. Ничего страшного. Что, она не задохнулась, блин? Не задохнется. Она бы билась в конвульсиях, если бы... Правильно? Будет больно ей. Так. Стой, 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 стой. Старайся максимально близко к сюда. Да, подожди ты. Сейчас он вытащит тот один. Так, есть контакт. Клево. Охренеть, она прямо аж мясо врезала. Ну да, кусай как можно. Я не понимаю. Вокруг шеи есть цепь? Нет. Нету? Так, я перекусываю эту. Кусай, конечно, так что, чтобы все. Так чтобы осталось в ней? Ничего страшного, пускай будет. Оно отвалится, сгниет и отвалится. Да, обеими. Я разожму кошку. Блин, блин, нет, нет, держи, держи, нормально. Стой. Я знаю, в чем дело. Вот это. Да. Упало. Оно просто возьмет захват лучше. Нет. Что такое? Шо? Почти перекусил. Стой, стой, Игорь, да, стой. Да, да, есть. Почти перекусил. Не отпускайте, пока я не залью перекисью. Блин. Да ё-моё. Ира, подержи ее голову. Нет, нет, держи. Держи, я не удержу, уже не меняем руки. Не меняем руки, ты держи крепко. У тебя получилось, ты держи, я ее обрежу. Я помучаюсь, обрежу. Ты главное. Давай со второй части тогда. Оставь, оставь. Так, Акаша. Есть, второй пошел. Что я хрустнул? Хрустнул. Нет, ну ты просто сломал одно звено. Все. А, тихо, держи. Проверь, держи. Вокруг шеи точно держи. Нету цепи? Вокруг шеи цепи точно нету? Все. Есть. Есть. Да. Так, он насколько глубокий? Второй кусок точно так же надо кусать. Давай, кусай. А может быть у нее там проволока? Ой, блин. А ну, поищи. Нет, нет, в шее, шея нет хорошо, ничего. Мягкая. Нет, нет ничего. Все отлично. Что, дай мне. Да я бы быстрее бы взял бы, разрезал ей кожу бы и вытащил бы целиком. Да блин, Ира. Ничего поставь страшного. Крышку, успеется. Ничего страшного. Ты не шевели руками, хорошо? Эй. Игорь. Она сама понимает, что мы, наверное, что мы не ее не понимает она ничего, поверь.
пошла. Ну, он оперативку забивает. Тихо. Ну, будет Серега потом сшивать. Вон там еще один остался. Отлично. Все. Еще один. Колючка. Колючка. Все, стоять. Не торопись. Пускай все, зальется. Все. Так, подожди. А ну, прощупай. Держи ее ноги, я сам пощупаю. Держи ноги. Я прощупал. Отпускаем туда так, же вниз. Да, отпускайте вниз, пускай, чтобы она не поднялась и не кинулась наверх на нас. Все чисто? Нет, смотри, как я сейчас сделаю все. Закутывай обратно. Что, опять есть? Нет. Никуда этот едет. Не сюда, надеюсь. Смотри осторожнее, Игорь. Чтобы за морду тебя не цапнуло, блин. Так, давай я. Она даже не пытается перепутаться. Ну все хорошо, блин. Давай заново. Заново. Ну и кресло будешь потом сшивать уже. Блин, ну что ты? Я думал, где телефон? Ух ты, что здесь? Да, я что-нибудь скажу. Короче, такая вот история. Тут собачка. Рожа, что я не цапнула. Где наша красавица? Где-то короче, там. Морда у нее спрятана. Да, она спряталась, она очень боится. Какие-то уроды обмотали цепь вокруг ее шеи. И мы это все дело срезали. Вот, благодаря Игорю. Или вашему покорному слуге. И малый тоже внес свою лепту. Да, да, да. И теперь хотим отпустить. Обработали рану как могли, перед еще и... Добрым словом. Да. Будем отпускать. Давай, мы отпускаем. А спасибо. Спасибо. Завтра мы ей принесем сюда покушать. Надеюсь, что она еще будет тут.